Ансамбль «Атеш» отметил свое семилетие грандиозным концертом. На сцене музыкального театра дети продемонстрировали свой талант и мастерство, приобретенное за годы занятий в ансамбле. Интересные хореографические постановки, яркие костюмы и заслуженные аплодисменты. Юные артисты подарили зрителям настоящий праздник танца. В этом году ансамбль под руководством Медата Халилова посвятил концерт теме единства, назвав его «Барлек». Мы хотим показать народу, что мы все-таки едины. Несмотря на возраст, будь это маленькая девочка, либо взрослая бабушка, будь это мальчик, либо девочка, ногай, таты, либо ялубойский, неважно, кто мы, в какой бы части Крыма мы ни жили, к чему бы ни относились, мы в любом случае крымск-татары, и мы должны держаться все вместе и быть едиными. С каждым годом ансамбль «Атеш» расширяет свои границы. Его филиалы работают в Ахмеджите, Карасу-Базаре, Эскихрыме, Джанкое и Новороссийске, а также в поселках Буюк-Онлар, Ички и Сейтлер. Всего в крымско-татарском ансамбле занимается уже более 1000 детей. У нас сегодняшний день – это очень серьезный день, мы очень долго к нему готовились. И даже, наверное, обидно, что такая огромная подготовка ради одного дня, да? Буквально он пройдет в течение 3 часов. Вот. Мы очень любим «Атеш», самое родное место, это наша вторая семья. Медат Ага очень старался к этому отчетному концерту. Я ему очень благодарна за то, что он научил меня столько всему. Я очень сильно люблю. Медат Ага, мы вас очень сильно любим и поддерживаем. Вы лучший. Идите на свои цели и никогда не сдавайтесь. Вы лучший учитель. Да. Ансамбле «Атеш». В ансамбле я с 19 года, ну, уже сколько, 4-5 год. «Атеш», наш ансамбль, это для меня все. Очень нравится сюда ходить. Каждый день приходишь и радуешься. Этот концерт, очень-очень долго к этому готовились. Каждый день упорные тренировки с утра до вечера. Но оно того стоит. И сегодня мы покажем уровень. Концерт получился поистине звездным. Поздравить и поддержать ансамбль «Атеш» пришли именитые артисты и музыканты. Бірінші қуандым, әбет, балаларымызға, келешек несілімізге. Ве кені де бірінші қуандым, теміз мына бұл татар тілін бірінші қойғанларына, соны татар әдетлерін, татар шивесін біре қойдылар ортаға. Мына мен оға бек қынамын. Демек, милетіміз қызмет олса, огренежек тілімізні, динімізні, урфадетлерімізні, шивелерімізні, и яшылықтан келе о. Ана мен оны көрдім. Бек қуандым. Мен бұл балларын көріп че қуандым. Білесізді? Чүнке бұл баллар бұл ойынларда өзлерін қырым татар дұйғыларыны, қырым татар олғанларыны дұйдыралар. 7 жылдан еқадар іш яптылар көрініп отыра. Оқадар профессионал балларымыз чүк жүксек сәнеденді олғанлар, қызлар. Алла қолай кетірсін, үлерді да. 50 жылығында кечірсіңдер. Мен яшасым заманға, ене келіп оларға ярдым етерім. В зале аншлаг. Здесь родители, близкие, друзья и поклонники ансамбля «Атеш». В течение нескольких часов зритель испытывал разные эмоции. Восторг, волнение, радость и гордость. Концерт мне очень понравился, замечательные дети, замечательные организаторы, постановка музыканты волшебные. Такое блаженство, что в наших детях заложен такой потенциал, у каждого свой талант, даже несмотря на то, что дети разного калибра, да, так скажем, я видела и худеньких, и толстеньких, они прям в такт выполняют движения и чувствуют музыку. Ну, я так думаю, это наше будущее. «Атеш» внутри детей,
эти отчетные концерты мы посещаем постоянно всей семьей. Удовольствие такое получили огромное. Очень приятно, что наше искусство неубиваемое. Да, оно на века. Концерт Бек, Бек Мирахлы, Бек Шен, Балачхлар, супер.